Их службы опасна и трудна. Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают две знаменательные даты. Свой профессиональный праздник и столетие советской милиции. Главный критерий оценки работы органов внутренних дел – безопасность населения. Она напрямую зависит от раскрываемости преступлений. Поэтому показатели Чувашии в числе лучших в ПФО. На помощь полицейским приходят современные технологии. ДНК-лаборатория, беспилотники, специальные программы и средства. Но все это играет не главную роль. Наша главная ценность – это люди. От рядового до генерала мы делаем все ради спокойствия и безопасности родной Чувашии. Чтобы каждый из его жителей и гостей республики чувствовали себя защищенными. Зло должно быть наказано. Это один из главнейших принципов нашей работы. Преданное, добросовестное и самоотверженное. Этими качествами обладают настоящие полицейские. Сегодня лучшие из них получили почетные грамоты и благодарности МВД России и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Сегодня я был награжден почетной грамотой Чувашской Республики. В принципе, очень приятно, заслуженно, но это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива, в котором я работаю. Мы не зря выбрали эту профессию, поэтому мы превозмогаем все тяготы и невзгоды службы. И все это ради одного – порядка и спокойствия жителей республики. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.